Вот такой вот ровный рез в результате получился. Видно? Ну да. Вот сравните с тем, что было. Вот такие вот торчашки. Все эти острые иголки. И в результате ровный рез. Практически даже, ну там вот есть небольшие эти колебания, то но это мелочь. В этой плоскости форма, считай, никуда не находится. То есть она находится или в этой плоскости, когда заливаем, устанавливаем на станок. А в этих только при расформовке. Они нам не очень-то и важны. Но желательно, чтобы были ровненькие. Безопасный край, руку не режет. Ровненький. Красиво выглядит. Вот. При помощи болгарки. Сейчас то же самое делаем со второй части. Размечаю точно так же, как первую. Отрезаю. И будем готовиться к установке замков.